Сегодня у нас 16 июня 2017 года. Это я вот подъезжаю к лагерю Стану, нашему бывшему. Видно его крыша на том валике, которая была. Вот хотел, тут вот ребятишки ходили, кору привозили на костер. Сегодня у нас пятница, вечером будет костер. Печеная картошка, песнопения духовные, славящие Господа нашего Иисуса Христа. Вот. Вот они идут наши. Вот брат Никита у них, за старшего, с ребятами, с мальчиками. Некоторые девочки там картошку моют, готовят. Костру. Пассажиры едут. Пассажиры. На стировке 100%. Давай, давай. Подойми немножко, отдохнешь. Раси. Так, вон там вот вдалеке виднеется у нас, где мы обычно молились в том году. Это Игнатий Иванович. Сейчас я попробую до него доехать. В том году трава хорошая. Снега много было. Сейчас ты, значит, еще подъеду. Неровности всякие. Вот крест. Видняется. Но сидеть некогда, надо работать. Как вот тут интересно, в том году как выжжено все, трава почти не растет. Одна вот только крапива пробивается. Здесь была земля мягкая, а здесь вот крапива хорошо растет. Вот она лежит, поваленная. Да, вижу. И там все. Вижу уже, да. Крапива. Поприщ. Да. Крапива — это комар. А это пустырник, ну пускай, маленько, целебный. Надо теперь с литовкой прийти, вон там уже я не могу. Там целик. Мы как делали целик, но, видимо, корешки остались в прошлом году. Но здесь-то вон как, вон какая мелкая травишка всего. Ну, мелкая в мелкой, там тоже эти, крапива была. Я все выкорчил. А там намертво заросло, где обедали. Пробил кое-как. Фу. Мне до того нравится облагораживать землю. Вот я бы засуха была, пруд сделать, колодец выкопать. Я в колодце до армии потерял зубы все. В ледяной воде сидел неделю целую. А из-за чего? Сосед позавидовал, что я качаю из колодца. А я выкачал. Надо бы подождать. А я решил его ублажить. Вася Дерябин. Со Спирихой жили. Полез в колодец. У меня мощные насосы. Поставил, все выкачал. Ему дал воды, вода кончилась. Только подождать бы до завтра. Но опыта не было. Там дно деревянное. Я дно решил убрать. Думаю, углублю колодец-то, и вода будет. То есть рассуждение не по знанию. Как поперло оттуда жижа, у меня вытаскивают, конца края нет, пульпа идет, вокруг колодца обваливается, и оставить нельзя. Сколько вытащу, столько зайдет. Ужас один. Никогда не надо взламывать дно. Днище, если было, строили старые люди. Ну вот такая, ума копейка. А хотел на рубль из добра сделать. Ну, с тех пор я колодцами занимался, все эти премудрости узнал. Ну и теперь уже проще. Вот у меня копали, Павел какую-то там взял поднимать, кольца там, тонну поднять может, таль такая есть у него. Вот здесь у нас вода хорошая, хорошая. Вот Игорь Барабаш, у него вода с какой-то солью, говорит, будто бы,
Я не знаю, так нет. Но я у него пил, вода хорошая, но им кажется не такая. И он ездит сюда, вот на углу взяли у Татьяны Новиковой домик. И там мы качали. Так туда и янчуки ходят. У них тоже какая-то мутная вода идет. Сюда, к нам? Нет, туда, к Новиковой Татьяне. Ну-ну-ну, теперь это домик мой, я его приобрел. Ну и мы как-то зашли сюда, сразу почистили, я сделал с братьями лестницу большую, длинную. И туда опустили ее, все выкачали. Все как-то дружно, вот все это такое дело-то. Колодцы это одно. Крапива, как ее выкорчевать? С корнем. А с корнем тыщешь, а везде под землей шифер, железо, проволока. Там лопату наточил, и уже через 5 минут заново тащить надо. Вот тут посмотри, сколько вот всего. Это все уже вырублено, тут уже комара не будет. А мы тут можем утрами приходить и... Блин, вот это вот все надо выкосить будет. Тут трактор когда там был у меня, а тут куча была. А здесь водонапорная башня была колхозная. Колхоз «Новая Заря» Потеряевка. Ну и тут ямы, все, я его попросил, он отсюда вот сдвинул, и все, ямы зарыл. Так что, молиться очень удобно. Еще повыше ветерок дует, а в резинке стоишь, он тут успевает подняться, а выше его сдувает. И вот сейчас мы сколько делали, свая. Думал 120, думаю, сделали не 120, а 220. Да. Поэтому сейчас думаю, как посередине сделать повыше. Как их покрасить, у меня такие мысли, а может все выполнимое, я не мечтатель. И вот едва-едва утром поднимаюсь и кое-как, спина, все болит. К вечеру разойдусь, да еще эта кровь аж появилась. И Галя подошла и погнала меня, Галя загуляет, пошел. Опять отлежался вперед. Понимаете, насколько удобно в деревне жить, насколько приятно. Вот я посмотрю, вот этот лагерь наш бывший. Каждое дерево привозили, как его садили, поливали. Это березы, тополя, ветлины, клен. Это вот наш лагерь, это внутри его. Оазис. Фактически степь. Дальше это на 2 километра, ничего нету, только от наш упор. Это деревня была. Наша Потеряевская. И ту вторую улицу строили. План был к 72-му году 700 человек, чтобы было. Но к 72-му году не осталось ни одного. Уже последний житель уехал. Ну, навык этот есть. Вот. Сейчас посидеть покажется, сегодня костер-то. А нет. Натащил лопату и пошел вперед. Я хочу сказать тем людям, которые балуются. Это прочитать у Белинского есть. Жан-Поль Рихтер пишет об этом. Новогоднюю ночь, как он увидел, жизнь напрасно прожита. Ничего нету. Никакого следа нету. И он старый, глубокий старик. И он плачет, стоит. И какая жизнь была поганая. Все это до утра, танцы все. И потом очнулся. Оказывается, он еще юноша стоит. Еще все можно поправить. Вот такой интересный, печальный рассказ. А я смотрю, вот здесь мы были, пасли, 5 лет мне было, ходили. И как будто вчера это было. Есть у Шолохова «Тихом доне», там нехорошее слово так, ну, там на черное слово он говорит. Заметил ли старик, когда у него, говорит, в жилах кровь оледенела, как в глубоком колодце? Ничего он не заметил. Ни черточки, вот так вот. Как это? Ну, я заметил. Начиная с момента, особенно как уверовал, вот такая жизнь пошла. Вот вижу, ребята, я уже лежу, и можно было больше наложить. Почему они хворост сразу не наложили? Ну, понимаете, вот все рассказал, вижу, нет, не так, это Никита там. Он везет сейчас, может быть, 5-ю часть того, что можно было увезти. Все, ну, пускай ходят. Так, Володя, я собираюсь домой. Все, давайте сбудем. Ты это, маленько попробуй что-то? Да, да. А тут нет, тебе это сделать нечего. Вот это тот, кустики убрать только. Мы все обязательно будем приходить сюда утрами молиться. Как только приедут из Канады. Вот все. Там у меня тоже этот. А? Ну, я лопату потом принесу. Там тоже репей есть. Ну тебе лопату не надо? Надо, я возьму. Оставить? Да, оставить. Только не переломи. Нет. С Божьей помощью. Видишь, у нас крест такой. Господи, слава тебе. Услыши наши молитвы здесь, которые мы направляем к тебе, твоему всемогуществу. Благослови это место тех детей, которые перебывали здесь за 45 лет.
благослови власти, которые разрушили все, как бы. А на самом деле они нам не помешали, их благослови, Господи. Нам так хорошо нынче, даже лучше, чем в прошлом году. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господу слава. Слава Христу. Пошел. Так, все, с Богом. Не забудь. Ага. Привези мне лопатку старенькую. Сейчас я поеду. Умотался сегодня опять стихом, катали горки. Слава Христу!